Всем привет! Сегодня я вам хочу показать проект Golden Minds, который создан в виде игры. В общем, проект работает уже 181 день. Что нужно там делать? Проект сделан в виде игры, и у вас есть персонажи-гномы. Гномов у нас 5 штук. Для начала вы покупаете своего первого гнома, малыша. Чтобы купить своего первого гнома, вы можете даже не вкладывать деньги. Для этого можете воспользоваться ежедневным бонусом. Ежедневный бонус вы можете получать каждые 24 часа. Он дается от 10 до 50 золотых. 50 золотых — это полдоллара. В общем, покупайте своего первого гнома, малыша, и начинаете с ним зарабатывать руду. Зарабатываете руду, переносите ее на склад, после чего со склада перерабатываете руду. Перерабатываете руду и уже в доллары. В общем, проект работает. Выплаты идут. Всего участников зарегистрировано уже 5000. Проект полностью прозрачный. На нем можно отследить все выплаты клиентам. Также ежедневные бонусы. Там посмотреть ваших друзей бонусы. Как бы можно даже для начала, чтобы проверить проект, даже не вкладывать деньги. То есть я считаю, что проект будет работать и зарекомендовал себе хорошо. Ну, собственно говоря, и все. Всем спасибо, регистрируйтесь, ссылка будет под видео.